Всем привет! Сегодня 7 августа, город Полевской. Сегодня было пасмурно и прохладно. Вот типичка. И перчики, как поживают, растут. Вон, посмотрите, вот тот угол, просто это вообще джунгли какие-то. Но там уже краснота, везде краснота, 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 краснотут, краснотам. И наконец-то это вот с Украины в прошлом году джавш, все они были красные, а вот этот он, блин, до их фокуса нет. Шоколадненький. Я его, скорее всего, сорву. Попробую. Это проба. Да, там побольше есть и нормально будет. Блин. Не наводится резкость. Подождем еще немножко. Потрясти. Ну, более-менее. О, Каролина Рипер. Лардж, длинненький Каролина. Посмотрите, это, ну, август, да, как бы. Но как бы нет, все-таки слишком поздно. Но он болел. Как-то, видимо, слегка захворал сейчас это. И вот, Тринидад Скорпион Лардж. Стал темненький. Вот, вот углу я его снимаю. Больше там с того куста, который тоже как кандидат Морога Скорпиона, ничего нету. Скорпион такой жгучий перчик, но он оттягивающая жгучесть. Сначала ничего не чувствуешь, вкус такой как бы, ну, ничем не отличается. Но даже я бы сказал, что вкус так себе у него, а вот острота потом накрывает такими волнами. Как со сыром пот сразу не жарит. Это прикольно. Так, что же с этим кустом, да или нет? Это вот тоже вот таких уже единиц почти все завязали. Каролина Скорпион нет, а вот там еще Нага Випер. Ой, да, это джавш с Украины опять 19. Вот более светлый Скорпион, видите? Но какая разница? Просто даже по цвету. Ну, получается, да, почти созрел, наверное, но это не важно. На пробу клиенты есть, но пока да. Из местных жителей нету. А вот приезжие. Жители Средней Азии. И один турок. Вот они, да. А так пока желающих не очень много. Город у нас небольшой. Население 62-61 тысяча.
помню. Вот еще один перчик. Это у нас Naga Viper. Все-таки, походу, он больше миллиона сковелей. Что? Вчера была дегустация. Было очень горячо. Вот он, Naga Viper. Посмотрите, у него это как скорпиончик. Это Viper, это, блин. Он Naga Morich. Один куст почему-то. Их вроде три было, но остальные пока не очень. Да, и вон там он, в углу, Симпот Тринидад. Блин, какой Симпот Тринидад? Это Симпот Стар. Тверь. Ой, Тверь. До него доберемся. Вот халапеньо Джимбо. Вот этот на семена я оставляю. Ну, уже хоть как. И вот второй халапушечка стал созревать. Там он у нас созрел хабанера красный. Здесь пока он не очень хочет. Да, в этой половине вообще ничего пока не зреет. Там он тоже вот висят, блин, большие. Ничего не хотят. Вообще там ничего не происходит. Сейчас проберемся к кустам гигантам. Главное, блин, тут не поломать ничего. Как будто он упал. Куст. И так он и был. Нет, он. Не помню. Нет, он должен лопать. Нет, нормально. Он слегка паник по размеру-то. А так-то созрело-то на нем, да, тоже неплохо. Вот. Что же это у нас? Я уже даже не помню. Тоже седпот какой-то дал. Вот он. Жгучая жгучесть. Просто он был очень жгучий вчера. Я его пробовал, но, блин, сначала попробовал, а телефон уже все было не до телефона. Было слишком горячо. Любители перцеводы, это было, да. Вот еще стал зревать. Он под старт. Жгучий, зараза. Просто вообще. Вот он. Сыван ботик. Тут можно уже пособирать кое-чего. Симпот желтый. Симпот Тринидад, по-моему. По высоте, смотрите, они уже, блин, догнали. Просто чума. О, почти.
Кракен надулся, сдулся. Да. Что же у нас там? О, сын по Бургунде. Класс. Скоро уже. Скоро. Тут мы трогать не будем. Тут уберем. Да. Цене пока что долгое видео идет. Пока в карман. Плашечку неудобно. Пойдет, можно вот уже это соус сделать. Есть. Саванпот. Хороший куст. Блин. Соседний сорвал. Охренеть. Так вот. Пока. Заканчиваем. Попозже включусь снова. Пока. Всем пока и ждите продолжения. Скоро будет. Прям сразу же, наверное.